просто он не видит приманку. Да не может такого быть. Ну сбрось еще раз. Там коряги, здесь нет. О. Сел без удара. Мама, выключай. Ты тянешь, что ли, папа? Ну. Ах ты, сука. Прям в лунке сошел. Да, я вот смотрю, нихуя себе, ты прям здоровый, ну, ну. Да, нормально, что-то. Что-то хорошее было. Он поднялся резко, короче. И удара не было, видать, его подбросил. Бывает, бывает. На Ратлин. Одна, говорю, блядь. О, блядь. Да нет. А, ну нормальный. Ну что, смотрите, как блогеры ловят рыбу. Да. Да. Да, да. У меня нет таких. Хорошо тебе. Это точно под килограмм, да? Ну да, полторашка даже, я думаю. Полторашка? Какой? Ты что, прям 700? Кило 490 где-то. Думаю, кило 200. У меня же такой же есть. Я даже не знал, что он нарвал. Теперь будет знать. Крючок разобьет. Покажи. Ага. Фу. Вот это я понимаю, рыбалочка. Да я кого тут поймал, нахуй? Ты хоть правую ногу убери. Чё, рыба? Я у него фрикцион там срабатывает. Аккуратненько заводи. Да, о, конечно. Подбивает. Таком, походу, там у тебя и висел. Сука. Хапок, хапок пошел.
такие, блядь. А? Ты чё, блядь? Иди лови, блядь, куда ты ходишь. Ты чё, всю ночь говно ел, что ли? Ел, ел. У меня открытие, ты же мне пожелал хорошего открытия. Конечно. Ну. Конечно пожелал, пап. Только я тебе пожелал крупных ловить. Ну подожди, видишь, на разгоне, нахуй. Давай разгоняйся быстрее, нахуй. Пока нахуй вся эта пидерсия сюда не приехала. А они вот они уже подкрадываются, блядь. Можешь убрать их, нахуй? Да, да. Ну сейчас, блядь, там пакеты. Чтобы не видели. Открадываются, да? Крадуны, ёпта. Вчера, блядь, в Леруашку захожу, покупаю пачку пакетов и этот, нахуй, и лопату, блядь. Пачку пакетов и лопату. Ну. А? Смысла сразу не понял, пакеты и лопата. И со злым лицом с таким вот. На продавщицу смотришь. Еще скотч нахуй надо было взять. Скотч и топор. А, топора не хватало, ёфта, блядь. Пилу еще ножовку надо было. Ножовка есть с крупными зубьями. Да, да. Чтоб кости перепилить. А кости перепилит? На кассе так громко. Так этот нормальный, ну. Рыбнадзор есть. Рыбнадзор его, блядь, задний. Да ладно, да я шучу. Не, так этот-то зачетный, ну. Одинаковые. Видишь? Но. Сука. Молодец, ну ты надоел. Вот твой папа точно так же. Точно так же, когда дядь Паша рыбачит, он точно так же. Бля, Паша, ты надоел. Все, это тоже нормальный, да? А? Нормальный или маленький? Ну как-то, блядь, хуй его знает, Паш. Я бы лошадь отпустил. Он, кстати, метров 30 вот этот. 29. Я понял, что я понял.
понедельник поеду, могу привезти. Ну, не знаю, точно не скажу, как там по работе поеду. Ага. Ну, я сейчас номер ваш запишу, зовут как. Давайте сделаем так, я сейчас номер запишу, в понедельник вам с утра наберу, скажете точно, что там договоримся, где. Да, с тобой возьму, там попробуйте, посмотрите. Нет. Так, таким не занимаемся, ага. Все счастливо. Паш, молодец. 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 Горжусь тобой. Молодец. Смени приманку, Кирилл. Как? Я... Что ты надоел? Да хуй, он за 7 часов уже 8. Костюмов? Нет, нормально. Мне вообще не показывайте. Все нормально. Что вы мне тут рассказываете? Здесь не нормально, что такого, блядь. Не, ну едовые. Полки ложные. Дело не в этом, да вот может он сидит, да? Юта? Твой папа так же здесь пасы рыбачишь. Ну а ты покажи, какого ты там взял с собой. Да я его даже брать нельзя, не стал он нахуй лежит. Ну вот эту хуйню вот так уже все ловили здесь. Я подумал, что вы там ловите. Какую? Ну какой? Нормально все. Блять. Смотри, ребят, блядь, вот. Собирается. Я не хотел туда даже. А ты попробуй, короче, еще у меня сколько раз прокатывало. Не тряси. Останавливаешь. И он вот, блядь. Ну. Вот, смотри, просто поставил. Вот, не вот, трясти. Смотри. Рядом. Сука. Аж дыхание только чё. Да. Вот, да ты чё, у меня сердце вот так. Не, ну у меня вот эти все нахуй подряд. Вот, вот, вот. Сука. Сейчас я ему позвоню. Просто подряд нахуй, чик нахуй. Поднимается сразу. Тэч. Пидарас. Попробуй пониже маленько. Пешком ты вышки не забирай так, потому что сейчас ты соберешься. Пешком с берега туда, в минус 33, ну, минус рыбачки. Ловили хороших судаков. Все нормально. Не, пустая, то он уже, был на грани решения желания. Так, а что, давайте карточку убирать, дорвали. Кирюх, нормально перекусил, сынок? Да. Все. Что, слишком сладкое, говоришь, вафля? Да. Кирюх, ну а вафля, она должна быть сладкая. Это же вафля, Кирюх. Понимаешь? Вот ты у Пашки даже спросил, он тебе скажет. Вафля должна быть сладкая. Хуй, он подорвался за ней, нахуй, просто, блядь. Да отдай ты, блядь, заебал, нахуй. Не отдает, да? Жадный какой. Ну что ты подделаешь эту шляпу? Какой жадный. Это не шляпа, папа, это очень хороший спорт. Да, вот шляпа. Ты что, нашел, да? Ну вот пока так происходит. И все. Вам не встретиться никак, Саша. Саша.
можете сказать, Александр? А что, вот очередной поэтому раз понюхал у судака. Нет, вот оно. Вот. Саш. Шарится. Паш, ты... да тут сказать нечего. Тут вот ждем ударов, ждем выхода. Ты, Саш, запас-то карамельками? Ну. Карамельки нет. А. Опа. Негодяет он. Опа, нихуя, подход. Блин, а? Поздравляю, Кирюха. Кирюха, молодец, ну как жахнул. Вот. Кирюха, молодец. Я же ему сейчас сказал, говорю, Кирюх, жди, сейчас он пойдет к тебе. Слушай, ну что-то палка так гнулась, как будто там киложка. Я тоже уже аж это. Как его? Что, полторашка? Да. Я тебе говорю, это полторашка. Где полторашка, это писюны? Да Вадик такие берет. Это кило 700, Кирюх. Прикинь, только я поднял ее, да, я вам такой пошел. Пошел, ну и зацепился. Подход. Один более-менее еще. Я снимаю, Кирюх. Возле перед лункой притормози его. О, красава. Ну что, надо здесь где-то разбирать. Вот так надо. Вот так надо рыбе радоваться. Писюны, бля, хули. Партнеры вы, бля. А что, ты не видел, что он говорит, подход, я только на него смотрю просто тысячно. Слава, твоя лунка, да? Слава, твоя лунка была? Твоя лунка была, да. Так, ну и что у нас тут получилось? У меня 5 судачков. Нормальная, килограмма 3 общим весом получится. Завтра пожарю, свежачка покушаю. Ну что, друзья, вся рыбалочка у нас сегодня была, нарвальчик вот такой вот. И получается, блесеночка. Блесеночка, синий прыщ, красный галстук с кусочком мяса. Сегодня сделали всю рыбалку. 2 приманки. В принципе, неплохо, что порыбачили. Открылся я наконец-то. Долгожданное открытие. Порыбачили, половили. Погодка супер. Все супер. Вот. Так что все. Народ разъехался уже, так маленько там стоят. Сейчас тоже будем собираться в путь. Все, до новых встреч всем. Всем пока.